В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина с судна «Реми Тонг». Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Экваториальной Гвинее. Кроме того, 9 мая в порту Лубос судно «Джиблоха» пиратами похищено двое россиян. Компания «Дряд Глобал», специализирующаяся на морской безопасности, сообщила о пиратской атаке на грузовое судно «Реми Тонг», которое ходит под флагом Коморских островов. Инцидент произошел в 2 морских милях от города Малаба, столицы Экваториальной Гвинеи. Злоумышленники воспользовались лестницами для посадки на корабль и похитили 2 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Остальные находятся в безопасности. Посольство России сообщило, что пираты не выдвигали требований по поводу похищенных судна «Джиблоха» в Экваториальной Гвинее россиян. Республика Экваториальная Гвинея – государство в Центральной Африке, на Атлантическом побережье континента. Граничит с Камеруном и Габоном. Омывается Гвинейским заливом. Загранучреждений МИД РФ в стране не имеется. Ближайшее дипломатическое представительство Российской Федерации находится в Камеруне. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новостей.